Всем привет! Вы попали на канал Бисеринка Шоп, и это новое видео распаковка бисера. Я заказала еще бисера, вот, и сейчас мы с вами его распакуем. Начать я хочу с того, что я уже когда-то заказывала, и вы все видели это. Это вот, ну, и сейчас еще два набора заказала. Это вот такой вот бисер, 16 цветов прециоза. И по идее, я надеюсь, что здесь должны быть другие цвета, не такие, как мне уже попадались. И сейчас мы это посмотрим. Первое, что мне попадается, это, как обычно, 16 штук баночек. И далее высыпаем. Ага, он еще в упаковке, точно. И здесь вот такой вот бисер. Это бисер веселый огонек. Вроде как, да. И да, здесь есть такие, которые мне еще не попадались. Итак, начнем мы с вот такого вот обычного белого цвета. Ну, белый он и в Африке белый. У меня вот, вот он, этот белый бисер. Далее идет вот такой вот розово-телесный, что ли, цвет. Вот такой вот розовый цвет. Желтый цвет. Зеленый цвет, бирюзовый, точнее салатовый, темно-зеленый цвет, вот такой вот зеленый. Далее идет вот такой вот, типа тоже салатовый цвет. Этот я точно помню, что в прошлом наборе мне попадался. Следующий вот такой вот голубенький цвет. Я все-таки не понимаю, это набор веселый огонек или обыкновенный, потому что я заказала два набора. Это вроде как и веселый огонек, и смешанный с обычным бисером. Это алебастровый оранжевый цвет. Не знаю, я так радуюсь алебастровому, потому что мне в последнее время он очень нравится. Далее это вот такой вот синий. Он у меня уже попадался тоже в прошлом наборе. И вот так вот он будет выглядеть на фигурке. Темный синий. Далее это вот такой вот. Вроде тоже как... Да, это тоже вроде алебастровый, потому что на 17 тоже некоторые алебастровые. Хотя... Нет, все-таки это среднее что-то. Далее вот такой вот цвет, которого у меня полным-полно. Есть еще грамм 30. Я заказывала, покупала его давно и как-то не пользуюсь им. Ну ничего, пусть будет. Далее вот такой вот черный, обычный черный цвет. Вот такой вот розовый. И прозрачный малиново-красный. Следующий набор, который я покажу, это тот же самый, но только из другой серии. Тоже 16 пакетиков, вот он. Первое я использую, это опять же вот такие вот баночки. У меня их уже куча, 60 чем-то баночек вроде как. И я не знаю, куда их девать просто. И самое главное, это бисер. А вот это вот, по-моему, как раз и обычный, или нет, сейчас посмотрим. Высыпаем. И давайте рассматривать. Первый мне попадается вот такой вот, бирюзовый. Да, это веселый огонек все-таки, а то был обычный. Далее вот такой вот розовый. Вот такой вот черный блестящий. Кстати, давно хотела, не могла найти и нашла. Далее вот такой вот зеленый переливающийся, очень красивый цвет. Желтый. Вот такой вот фиолетовый, мой любимый цвет, кстати. Вот такой вот прозрачный белый. Вот такой вот серый переливающийся. Синий. В реальности он темнее, чем на камере. Далее вот такой вот зеленый.
оранжево-красный, скорее красный. На камеру он смотрится красный, а на в жизни он такой огненный, оранжевый. Вот такой вот очень красивый зеленый цвет. В жизни он безумно красивый. Вот такой вот голубой. Ярко-ярко-розовый и бледно-розовый. Следующий набор, который мы с вами распакуем, это будет вот этот вот набор бисера. На самом деле я заказывала другой. Вот здесь вот я сейчас вам покажу картинку, фото, какой он должен был мне прийти. Но потом, когда я поняла, что что-то не так, почему мне этот набор пришел, я почитала в комментариях. И оказывается, кому приходит такой нужный набор, который они заказывали, а кому-то приходит вот такой. И потом я посмотрела, что в отзывах. Что, когда приходит такой набор, нет ни лески, как обещались, ни крючков. И здесь бисер кривой. Ну, давайте посмотрим, какой здесь бисер. Я уже вижу, что здесь нет ни лески, ни крючков. Но, может, хотя бы бисер будет хороший, потому что, ну, что за такая несправедливость? Кому-то приходит нужный бисер, где офигенно красивые цвета, а кому-то приходит вот такой вот странный бисер. Сейчас я его распакую. Конечно, этот бисер, вот этот, как я смотрела, для новичков он подойдет. Но для тех, кто занимается бисероплетением давно, ну, я бы не сказала. И минус еще в том, что здесь должно быть 21 цвет. Да. Но в контейнере 28 ячеек и получается, 4 ячейки просто не заняты. Так, наконец-то я открыла. Вот он. А нет, вот есть леска и карабины, но на самом деле в том наборе другом леска должна была быть, ну, обыкновенный моток. Поэтому давайте сейчас... Ёлки-палки, он раскрыт, прикиньте. Как и говорили многие, что очень плохо закрываются и практически не держит. Ну, вот какие у меня. Вот этим набором я, честно сказать, расстроена. Давайте посмотрим еще, что тут. Может, я наговариваю. Короче, достала я здесь. Видно, что он китайский. Просто китайский бисер, а не чешский, как обещали. Вот эта вот ячейка вообще сломанная, серая. Не держит. И она будет постоянно раскрываться. Но вот эти, видите, вот эти, правда, красивые цвета, но опять же, они китайские. Это все китайский бисер. Это все просто китайский бисер. Смотрите. Вот, вот. В преддверии праздников дарим вам органайзер для хранения контейнеров с бисером и дополнительные контейнеры. С любовью, Эко-Маркет. Ну, вот посмотрите, что это такое. Он постоянно открывается. Вот такие цвета. Да, оно не особо видно, что бисеринки могут различаться, но все же они различаются размером. Это меня дико выбешит. Вот желтый, ну посмотрите. Извините за то, что я возмущаюсь так много. Просто реально заказывала один, а пришел другой. И поменять я никак не смогу. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Да, 21. 22, 23. Да, да, 28 ячеек. И вот такой вот голубой. И еще 7 ячеек пустых. И вот такая вот леска и застежечки. Ладно, давайте далее я вам покажу вот такой вот бисер. Первое, это идет вот такой вот моток мононити. Мононити у меня сейчас много, но пускай будет на будущее. И далее это... Здесь все хорошо запаковано, так, кстати, бисер. Ну, я уже думаю, вы видите, что здесь. Как пишут, это чешский бисер, а не китайский. Сейчас мы с вами и посмотрим. Так-с.
Это вот такой черный и белый бисер по 25 грамм. За него я заплатила 310 рублей. Это очень хорошая цена, потому что у нас в городе 50 грамм бисера стоит 325 рублей. И это видно, что чешский профессиональный бисер, ну то есть как ровный. И к этому бисеру еще шли вот такие вот иголки, здесь 20 штук. И вот такая вот мононитка. То есть у нас бы я за это заплатила рублей 400. А здесь, ну, вместе с доставкой мне обошлось в 340 рублей. Вот так вот. Вот такие вот цвета. Ну, только жаль, что здесь не написано номеров. Но черный я и так знаю. Вот тут у меня где-то был 23 980, вот он, это тот же самый. А белый, честно, уже не помню. Но вот этот вот перламутровый, а блестящий у меня закончился. Сейчас его нет. И последнее, что я вам покажу, это вот такой вот контейнер. Тут пленка. Здесь сейчас мы раскроем, я вам все покажу. И опять же писали, что должен быть чешский бисер. Но я уже вижу, что здесь китайский бисер, но он, в принципе, красивый. Ну, в общем, вот так вот. Этот набор стоил 300 с чем-то рублей. Я на самом деле думала, что это чешский бисер, потому что был ровный на картинке, но, как видно, он китайский. И в следующем видео я, наверное, сделаю ASMR, и мы вместе с вами пересыпем его вот в эти контейнеры. Так, я немного прервалась. Здесь есть вот такие вот 4 контейнера. И я считаю, что цена за вот эти вот 4 контейнера и вот этот бисер, пусть даже и китайский, получается в 300 рублей, это очень хорошая цена. И поэтому, ну, да. Поэтому я даже не расстраивалась. А вот этот, вот этот бисер и контейнер, я расстроилась. Он стоил 350, что ли, рублей. И ладно, если бы контейнер был все в порядке с ним, но он же как бракованный, и ни у одной меня такое попалось. Поэтому из-за этого я очень расстроилась. Вот такие вот 4 контейнера. В следующем видео мы вместе с вами их заполним. Будет ASMR. 28 цветов. И в подарочек нам также еще в эту стоимость входил и бокс этот. И в подарочек нам положили. Давайте посмотрим, что нам положили. Вот такие вот иголки. Опять же, 20 штук. Все, теперь я иголками запасена. И надеюсь, мне их на полгода хотя бы хватит, потому что я их постоянно теряю. Здесь это... вот такая вот нить, тянущаяся синего цвета. Далее леска, моточек. Вот такой вот, вот такая вот бусинка, что ли. Почему она... потому что проволока. Вот такая вот застежка магнитная. Блин, ногти нету, не могу отодрать. И последнее — это проволока. Проволока я не пользуюсь, ну, в таких, в редких случаях. Ну, ничего. В общем, покупками я более-менее довольна. Ну, почему более-менее? Потому что вот этот контейнер меня огорчил. Так, вроде он и неплохой сам контейнер, но, ну, блин, ну что вот это вот такое, смотрите. Да. Ну ничего, я попробую что-нибудь сплести и потом как-нибудь в шортсах, если что, покажу. И на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. А я вас всех очень сильно люблю. Всех целую, всем пока!